В Магадане сотрудники полиции вручили школьникам паспорта. Свои первые документы получили 7 подростков, которым уже исполнилось 14 лет. Новоявленным гражданам объяснили, что теперь у них появилось больше прав. Например, трудоустраиваться или жить отдельно. Получение паспорта – это не только привилегия, но и ответственность. И я с этого момента становлюсь настоящим гражданином России. Количество российских граждан будет пополнено и 13 июля. В управлении миграционной службы в торжественной обстановке документ получат приезжие иностранцы, которые проживали в регионе продолжительное время.